Дорогие магистры 2020 года, для меня большая честь иметь возможность приветствовать вас сегодня и поздравить вас с днем завершения магистратуры. Для кого-то это были 6 лет обучения в МГИМО, для кого-то 2 года. Но мы знаем, что каждый из вас смог за это время приобщиться многим поколениям семьи МГИМО. Семья МГИМО — это команда единомышленников. Это символ единства, символ поддержки. Это та опора, та основа, которая дает вам возможность с большей уверенностью смотреть в будущее, несмотря на все факторы неопределенности, с которыми вы сегодня сталкиваетесь. И я уверен, прочувствовали их на себе за эти полгода. И тем не менее, МГИМО дает вам эту основу в жизни. Для многих университет, школа — это то, что запланировано, то, что идет по некому установленному расписанию. Сейчас вы выходите в открытый космос, вы выходите в жизнь полную разных развилок. И, конечно, вам кажется, что не все зависит от вас, и вы испытываете чувство неуверенности. Но помните, мы с вами всегда, и мы окажем вам поддержку. И на самом деле для вас все только начинается. И помните, что связь с университетом всегда остается устойчивой, всегда остается незыблемой. Потому что то, каким будет наш университет, будет всегда влиять на то, как вы будете восприниматься. И то, как вы будете показывать себя, как вы будете проявлять себя в жизни, в карьере, будет всегда отражаться на статусе, на репутации университета. Эта взаимная неразрывная связь будет сохраняться всю вашу жизнь. Поэтому мы верим, что вы вернетесь к нам в разных статусах, особенно имея в виду то, что кампус соскучился по вас, и поэтому мы хотим, чтобы вы вернулись как можно скорее. Возвращайтесь к нам в качестве преподавателей, в качестве аспирантов, в качестве просто друзей. Для нас это очень важно. И помните, что всегда нужно быть благодарным тем, кто вас поддерживал. Найдите время, чтобы сказать слова благодарности вашим преподавателям, вашим родителям, вашим близким, вашим друзьям. Помните, что такие слова люди хотят услышать. Это важно. Будьте великодушными, будьте щедрыми и будьте скромными. Это всегда отличало выпускников МГИМО. И я надеюсь, что вы все впитали в себя эти качества. Я поздравляю вас и желаю вам успехов в любых начинаниях. Помните, что мы вас всегда поддержим. Поздравляю с выпуском. Дорогие друзья, к сожалению, мой путь в МГИМО слишком быстро закончился, но час моего сердца всегда будет здесь. Честно говоря, этот путь иногда был очень-очень трудным. Я помню, что когда я приехал в Россию, я совсем не говорил на русском. На самом деле, точно знаю, что везде, где я буду, там найду МГИМО, небольшая международная семья. Поздравляю вас, друзья, с выпуском и желаю успехов и счастья в будущем. Кроме того, я хотел поблагодарить Россию, которую считаю вторым домом, институт «Наш Alma Mater», профессоров, преподавателей и людей, которые меня всегда поддерживали, а именно мою семью, Машу, одногруппников и друзей, итальянские землячества и клуб, Люка, Лорею, Мави, Достомбека, Аню, моего соседа, Джакома, Джуги и, конечно, Аннет. Всем спасибо, друзья, за замечательные воспоминания и приключения итальянца в России. Товарищи, ура, удачи и arrivederci! Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники МГИМО, и я хотел бы от имени всех выпускников магистратуры в МГИМО 2020 года сказать пару слов. Вот и подошло к концу наше обучение. Для некоторых это было 2 года, а для других 6 лет. В любом случае, 2 года назад я не мог представить, насколько изменится моя жизнь. С тех пор я завел хороших друзей, получил целый ряд новых навыков и также имел честь получить образование от талантливых и известных экспертов в разных областях, преподающих в одном из самых престижных университетов в России. Продолжающаяся пандемия коронавируса приобрела драматический оборот. Однако, благодаря усилиям преподавателей и сотрудников МГИМО, нам удалось
закончить наше обучение и таким образом заложить основу нашего будущего. И поэтому, во-первых, я хотел бы поблагодарить от души наших преподавателей и сотрудников МГИМО за все их усилия. И во-вторых, я хотел бы поблагодарить и самых близких для нас людей, наших родителей. Вы всегда были с нами, дарили свою поддержку и заботу. Мы благодарны вам за ценные советы и мудрые наставления. И в-третьих, я хотел бы поблагодарить Совет землячеств МГИМО и Комитет британского землячества. Я благодарен за возможность познакомиться со многими интересными людьми, принять активное участие во многом в МГИМО и также работать с очень талантливым Комитетом британского землячества во время моего председательства. Огромное спасибо и желаю вам крепкого здоровья, удачи и всего наилучшего.